Ну что, спустились в ресторан поесть. Я, конечно, не игроман и не лудоман, но что-то влечет меня это все дело. Ладно, пошли посмотрим, что нам тут предложат поесть. Здравствуйте. Ну что, пришли поесть в гостинице. И тут у нас меню и номер. Ресторан очень большой, смотри. Вот такая вот тема. Бесконечно там идет. Ну, честно говоря, сервис здесь такой себе на самом деле. Вот я не знаю, там третьи звезды эти как-то там должно быть. Но что касается сервировки, стола там или так далее, такого, ну вообще, до свидания. Например. Ну, то есть, такие вот моменты. Конечно, это все мелочь, но что там, в номере не было ни полотенца, ни халата, ни тапок. Короче, такая тема. Хорошо, что с собой тапки взяли. Ну вот. И такие вот мелочи, но они кругом, везде. И я думаю, это не только в гостиничном бизнесе, это везде. Абсолютно. Практически. Но опять же, все зависит от тех, кто занимается всеми этими делами. Но будем снимать дальше. Будем снимать, веселиться. И голос, блядь, опять пропадает. Ёпта мать. Так, это Цезарь, да, у тебя? С курицей. С курицей. А у меня что-то непонятное. Копченый. С копченой курицей там туда-сюда. Петрушки прям от души навалили, конечно. Тареты, да? Или как она называется? И у меня тут супец, картошку, блядь, супец. Салат, все перечислил. Так, ну давай посмотрим. Так, я тут вижу только до хрена огурцов, до хрена листьев салата. То мне надо все это перемешать. Кое-как это все делаю, что все летит, блядь. Ужас. Тут какой-то визуальный пока что бардак. Только я вижу. Ну ладно, давай, всего понемножку. В цепи. Я думаю, что за вкус. Какие же каперсы невкусные, пиздец. Ну, попробуй. Попробуй. Я не хочу. Что ты не знаешь, как каперсы вкус? Я не знаю, кто по нему в Цезаре добавляет. Ты скажешь, что нормально или нет? Я просто не знаю, такие они должны быть или нет. И все, и больше здесь ничего есть. Все, пару кусочков мяса, пару кусочков ветчины. И все, остальное это вот так вот. Но на мой вкус тут очень все, ну, блядь. А? Цезарь с майонезом, попробовать? Цезарь с майонезом? Цезарь с майонезом, например. Как вам такое? Да и после такого не встретите, блядь. Ну-ка. Чуть пересоленный, да, он какой-то? Майонез. Майонез нужен. Вот такое, короче, не знаю, ресторанчик так себе, по крайней мере, по салатам уж точно. Но сейчас пойдем, наверное, как он называется, васильки эти. Все пишут, зайди в васильки. Ну, пойдем сходим в васильки, посмотрим, что там кормят. Надеюсь, что там будет бомбово. Там, по крайней мере, точно будем не салаты есть. И за этот салат было где-то 5 евро, да, грубо говоря? 5, и за твой тоже самое, да, грубо говоря? Не стоит он этих денег, 100%, даже не стоит его заказывать вообще. Ну что, погнали дальше, гонять по Беларуси. А вы подписывайтесь на канал обязательно.